Привет друзья, добро пожаловать на мой канал. Что будет в новой серии сериала? Сериал продолжается со всем своим азартом. Что будет в новой эпизоде серии? Будут ли Сейрон и Ферит вместе? Будет ли Обедин конкурировать с Феритом? Разведутся ли Синан и Сейрон? Будет ли испорчена свадьба Ферит и Дияра? Сможет ли Ферит спасти Сейрон? Сегодня мы будем анализовать, что случится в новом сериале «Зимородок». Как мы видели в новом трейлере сериала «Зимородок», Абидин пришел в особняк, сел вместо Халиса Аги и рассказал всем, что он Корхан. Ферит не верит словам Абидина и требует объяснений. Халис Ага также может вскоре появиться в сериале. Халис Ага будет рассказывать всем, что Абидин тоже Корхан и чей он ребенок. Ферит и Абидин ссорятся ночью на улице. Но Абидин говорит Фериту, что он верен и поможет ему. Сначала Ферит не верит словам Обидина, а потом будет верить Абидину. Человек, который говорит Фериту и что Сейран в беде, тоже будет Обедин. Давайте переходим к отношениям Ферита и Сейрана. Ферит сожалеет о том, что будет жениться на Дияра. Вспоминая слова Сейрана и он вздыхается и решает собраться. В ночью начинается свадьба Ферит и Дияра. Все будут счастливы, кроме Ферита. И как только они собираются сопровождать Ферита и Дияра вместе, Обедину будет звонят, и Обедин сообщает Фериту, что Сейран в опасности, и ему нужна помощь. И когда Ферит собирался уйти, чтобы помочь Сейрану, Дияр попытался остановить Ферит. Но Ферит не останавливается и отправляется с Абедином спасать Сейран от Синана. А Ферит спасает Сейрана от Синана. И мы надеемся, что они счастливы. Не забудьте написать свое мнение в комментариях, подписаться на мой канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.